Давайте трэш пошлите сразу. Обой, пока лужа не пропадет. Можете умирать заходить. Ты что, я сама урофлишь, блядь? Дядь, на... Три коста меньше, чем у меня, сука, няша. Детрикс. Ты видел, сколько уж на мне было? Умирайте, умирайте. Должен был дать. Не уходим, вставайте. АФК после фрей. Два сдохших придут сюда. Гоу. Поехали. Диспел, пожалуйста, сразу. Инстант. Яшер. Ой. Не сюда. А. Отойду на одну минуту, у меня дочку плачет, ладно. Хорошо. Диспел. Танк умер или что? Где танк? Да, стоп. Не, а Нир же вроде в танке. Эмилия, не трогай, пожалуйста, дочь. А, или это Нир говорит? Вот, у меня дочь просто на коленях сидит, я из-за этого... Она тыкает кнопки, что попало. Я понял. Танчим. Метаморфоза еще не кончилась. Я кончилось. Это... жму таунт. Мне похуй. Хильте делать. Череп, ты жмешь таунт на своего пэта? Диспельте. Нет, я жму таунт, маст таунт на всех в радиусе меня. Ну, в итоге... Я пытаюсь... Очень. Не, я понимаю, Мир сказал, что он пытался, остальные что? А че вы валяемся? Пожалуйста, не тыкайте, пожалуйста. Остальной трэш залить. Через мало чего лежишь? Так, сейчас на уголон идем. А, да? Да? А, да. Да, да. Сходу? Ну, у меня ключ есть. С двух ног. Открывай. Все-таки заберем на этом КД. Кто наручи утонул, признавайтесь, суки. Я вас найду. Ромба. Не месси, да, отдавай наручи, я сказал. Я тебя найду. Отверните баба, пожалуйста. А он сам, он пока не докасит, не отвернет. Можешь мне не просить. Забери моба. Нет. Так, сейчас на собрание, сейчас я подойду сюда. Слушай, если есть два демона, значит у нас есть два танка на одну минуту. В смысле одну минуту? На оф, не на оф. Нет, ну мы же за таунти, мы будем держать. Нет, у нас 30 секунд одна метаморфоза, 30 секунд вторая метаморфоза. По криты по нам не проходит. Ты по... Ну, там таунт висит 5 секунд. Потом ну, нас так... в любом случае сорвут. Стоп, у нас это работает не как обычный таунт.
Ну, то есть, как мы не самый самый верх по огню. Да, да, но нас потом перегонят. Кто? Маги. Много кто. Ну, ты же перетаунчиваешь с танков, фактически. Так что нормально. Там танков всегда должен быть отрыв. Там надо еще трит дать для этого. Все, чтоб все не сорвали. А у нас, ну, не такой жесткий трит. Как, допустим, у Офлик. Извиняюсь, дочка заревела. Не пришло дышать. Ничего, ничего страшного. Ладно, она при этом еще кнопки помогала мне тыкать все. Когда кипиш начался. Даешь опять сражье за уто. Давай, владыка, я в тебя верю, ты сломаешь но систему. Но почему он, а не я? Потому что он умеет кидать баниш. Не, это за наручник, чел. Ну так, Лок умеет кидать баниш. Все. Чё там точно написал? Тут одевается отец и его дети, то есть все, кто не является его детьми, они не оденутся. Жопу скидывать надо. Жопу надо скидывать, чтобы подтвердить, ребенок. Что ты ребенок? А дырявую или обычную? Главное не было. А чем отличается обычная от дырявой? Стой, у тебя дырки нет? Она зашита походу. Я вот тоже не понимаю. Батя сказал лишнее, говорит, братан, надо зашить. Жестко. Так, два нир на большом, БК на двух. Владыка, чё ты веришь этому человеку? Рыбу поставил. У него нету наручей. Не всегда, а в лёгкий режим идём. Чё? Лёгкий режим. Да, да, мы торим будем пробовать. Давай хэм режим. Я зумар. Вафлика даже ради этого спекла. Давай. Пусть... Погнали в хэмию. Пусть зумар спекается в ДД, я троих затанчу. Ну давай. А я вставлю, да? Можно? Давай. Чё, в хэме? Не, в обычай. Так, ну чё, я в Афлике спекнусь, огромно беру порчу, не потеряю. Чё ещё надо? Сегодня торим. Оставьте ирдру, пожалуйста. Дай лапку. Сейчас, этот, пульните без меня, сейчас я потом включусь. У вас ДБМ есть. Минуту, купите, пуляйте без меня. А куда вы БДК спекнули? Это единственный ап для миликов. А мне сзади слева. Да похер так убьем. 10% апа тупо убрали. Да нормально. Спекните обратно, я ебал. Спекните обратно, кто дровосек апать будет, а? Да, я смотрю этот ДБМ пул. Кого первым убивать? Я? Но. Давай я... А, у меня есть. Ой, я не попал это. Нормально, нормально. Немножко. Готовился все. Готовимся. Нир, нося щиток, кидай. В кого вливаемся? Повторю вопрос. Большого. Большого, потом среднего, потом мелкого. А давай, пока его нету, убьем мелкого, среднего, а потом он такой приходит, а тут большой живой. Подстава такая. Это танкер. Да, блин, точно кой же. На всех троих. Блять, он пришел. Бьем мелкого, парня. Руна. Он не увидит. Отвечай. Кузен, настроение какое-то игривое сегодня. После десятки такой? Странно. Ну что, там хорошая десятка была? Прекраснейшая.
ДПС много, типа, но надо Торима сегодня попробовать. Собрание сложнее намного, чем Тори. Собрание нужны хорошие хилы. Это я. А у нас все нормальные ребята. У нас таких нет, у нас все нормально. Хороший это. В скобочках он вас только что сказал, что вы слабые. Сбегитесь. Разошлись. Нет, Сарху, готовься. Блядь. Петушок какой-то. Остался. Не уважаю таких. Не, ну прям по центру стоял. Нормально. Каст. Отошли. Ушли. Тут умрет. Бах. Танк умер. А, ДД. О, в ДД был. Там как бы зеленку можно юзануть, и не зыбку, ты не умрешь. Тш, не пол... Ровно. Разошлись. Да, просто нажми зеленку и не зыбку, и все, и ты не умрешь. Проблем не будет. Каст мелком. Блять, Ковчег поебал. А где бы? Нету Бэйла. В смысле? Я Ковчег проебал, блять. Служи. Да. Ну я ж тебе говорю, слабенький лог, блять. Да, ну если всю жизнь на хиле играет, ну, ну походу, да. Ну. На ДЦшке шелботить. Не, ну кстати, в Дестрике у тебя неплохо выходило. Дестрик сложный класс. Да, 5 кнопок. Нихуя, откуда? Откуда там 5 кнопок? Нет, ну хорошо, можно все уместить в один макрос. О, еще один. Сегодня день ДКшек. По ДК отваливаться получили. Эрик, челлендж начал. Поехали, блядь. Ну вот теперь челлендж, кто сдохнет. Походу я сдохну, прощайте. Нет. Да. Иди ты нахуй! Мы с тобой вместе. Пошел на... Победивший смерть, Байзой. Я выжил. Походу нет, сука! Дискорд перезагрузить. Выжил, ой, говоришь? Блядь, а. Веселый босс. Егорка, ты кош на перегрузку нажимал или нет? Самого перезагрузили Дискорд? Да, там. С микрофоном, да. А, в Ульпером все-таки добавили бонус? Да. Да. Вчера написали, что не поменяли сегодня. На сегодня передумали. Бля, на... Ну, типа, вот я вот сейчас выжил, знаешь, из-за чего-то? Потому что я леса. То есть, ну, у меня минус 7% урона по мне. Я бы сдох так. Алло, Егорка? Нет. Йо. Знаешь, кого ответ? Угу. Егорка знает. Бля, послушался Няша, распекнулся в спек с дровосеком, бля. Крита ноль теперь. Угу. Ну, молодец, ШП. Если чего, ремонтников первых надо. Танка хильте. Диспел. Диспел инстант должен быть. Мелких первыми. Ноги вообще кому-то нужны? Ну, а они ж точно такие же, как за ОД, верно? Да. Потом разницы нет. Они никому не нужны. За ОД, кстати, вроде сокет есть.
Нихуя. Вот мои раунды. Ну ладно. Хорошие. Менять на сетовые бы. Так, кто бы поставил? На этом боссе Эрдру будет, надеюсь? Нет. Так, ну, штаны в рот, блядь. До Торима забудь. Короче, СМЛ, прошла инфа, что я тебя наебал. В плане? Эти штаны я, походу, выбил в око. Но я просто не помню уже точно, где я взял. Да вроде дайте все сыграл. Ребята, а у вас ДБМ показывает, когда волна будет? Какая? Вот это от руки. Нет. Нет. Угу. Мы вначале, когда очень сильно били, мы вообще записывали. Там отсчитывать когда... надо. Мы по секундомеру давали сакры. А скажите Зумуру в доспе... Ой, в танке спекнуться. Зумур, ты в танке? По секундомеру какой тайминг? Блин, уже он не нужен. Он уже не так там не... разные. Я не помню уже. Да, разные там... промежутки. А, до этого... До этого сложно было просто, когда только открыли босса. Там очень сильно било. Сейчас уже. А в тело играем? Или в рук? В тело. Спасибо. Ну, маг какой-то. Как это было? Он упал вниз, что ли? Как номер? Где его труп? Под боссом. Я понял. Руку свечу. Упал. Ай, давай, хейте меня полностью. Как обычно. Руку все. Сумурагри. А кто так в руку играет, Аля? Че у нее 20%? И бьют еще бьют? Я играю. Руку. Ну няша, ты пиздец затроллил. Сколько там хп? 14%? 10% у левой. Ой, я прав. Кто сейчас свободный к нам? Кто свеч что забирает? Трэш. Руку свеч. Умор, забери босс. Сейчас руку когда бьем, она умрет. Кто свободный там? Нир? Я заберу. Ага, весь трэш на пол сразу. На мне урез еще лежит. Отойдите от него только сразу. На зубы. Руки забрать. Гим на хп дай. Владык. На пол. Далее ауе. А на пола нету. Хуёво. Ну так мы сдохнем там. Так веером. Мир, под кошем. Прожмись. Прожался. Это физа. Б, рога, в смысле, нет. Каменное дыхание их нет? Нет, на мне лежал броня, урез брони 50%, который был, и плюс они еще мне добавляли. С босса остался. Забрал.
Бля, веер отпиздил, два раза в руку кинула. Хейтер, получается. Ну да. Что, не пуляй? Пулять? Не-не, не пуляй. Чемодан допил. Трэш начал. Короче, давай, значит, делать. Слева пуляй трэш вот этот. И пульнем сразу босс, как она подойдет сюда. Давайте. Я пульнул, забери. Быстрее, пока она идет, сразу пульнем. Все сюда сразу, видите, никто не офкашит. По пути все ребафы дадите. Ребаф по танку дайте, пожалуйста. Планиру, дайте ребаф, да. Втором больше ДПС дайте. Почти. Да, стопните, потом лоу бейте. Лоу хпш, ну стоп. Как добиваем, сразу за угол. Че скажешь, Неш? Все за угол, за угол, за угол, за угол. Иди пуляй там. Босс. А ты можно? За угол в один кемп. Ну, в один кемп сразу. Иди, иди пуляй, она не дает сюда. В один кемп. На пулы. Палы готовьте, бобы, полок. Дадите боб. На полы все. В один кемп, сказал же, в один фрейм, в один. Уже метки наставить. Прожми снег. Пожалуйста. Да вроде нет. Зубы по зумору. По морду. Бопа не. А раскол нажал? Угу. Значит, рано нажал? Нет, там раскол не спасет, потому что дебаф сразу. Там раскол не спасет. Спасет. От дебафа? Не от дебафа. От срыва. Ну, меня же спас. Я, видимо, ран прожал. Заранее, если прожмешь. Наоборот, как раз позже его надо же. Там есть момент, вот, ну, так когда ты еще, но не сорвал, но уже срываешь. Сейчас бы сохнул бы нам было. Защитник игра. Выходим. Защитник. Вышли. Когда ты когда появился, что по кто делал? Что там у тебя? Моп. Я
сало. А я думал, уже маунт упал. Чё-то новое в шмоте просто увидел. Не. Чё бой висит? У всех бой, кто зашел в инст? Да. Потому что тут мобы спалились. Ильдар, чё к ней ПМ? Давай быстрее, блин. Кристуешь. Я выйти зайти попробую. Как дела? Какие? Они ж у меня. А никнейм? Заклинание еще не готово. Понял. Владыка, ужас, у тебя 2 минуты, чтобы пойти чарки поменять на пухе и на плечах. Не меняешь. Это 2 минуты для вознесения у этих не апну. У тебя было, блядь, 2 недели, ты не смог апнуть при вознесении? Нет, при вознесении еще нету. А не убивайте, пожалуйста, первого. А это, как думаешь, проблема наша или твоя? Вот так чисто узнать охота твое мнение. Давай мы поступим так. Я сейчас отдаю наручи, которые я только что получил, и все, он на этом закончил. Да, ты отдаешь эти наручи. Я к этому и веду, то, что ты отдаешь эти наручи. Не ошибаюсь, он сейчас даст кому надо. Хорошо, давайте нам на этом. Обмен, я залистый. У нас написано, какие требования, чтобы попасть в рейд. Что я не проверил кто-то, это его вина. Чарки должны все бисовые. У тебя на пухе 50 кспд, бисовые 63. Это так. Там никакого произнесения не надо. Это я могу сейчас поменять, но... Okay. У тебя УД не хватает с хадирами до апти? Каждый рейд хочешь, там за УД можно даапать. И не надо при вознесении, нужно почтение. При вознесении, чтобы кидать своему персонажу. То есть это не одна и та же чарка? Там одна и та же чарка. Тебе если на нее не нужно при вознесении, то я сейчас поменяю. Тебе при вознесении нужно для того, чтобы кидать своему твину. Все, я сумонюсь тогда, я сейчас поменяю. Ходи рапается через аук за 400 голды. Реликвия Ульдуара. 1 голд стоит на ауке. На фул репу с уважения понимаю, надо 400 штук. За 2 недели, но зап ты все равно отдаешь, даже если сейчас апнешь. Так там же все равно квесты надо делать. Ну, цепочку только сделать. Цепочку это сделать час. Час. Реликвия Ульдуара, бля, 400 штук за 1 голд каждая. Ёпта!
То есть за 6к ОД, если апал, то это лох получается. Там же несколько цепочек есть. Там почти фулла на апается репа. Ну при вознесении надо, значит. Значит я ошибся, ладно. Это не меняет сути вопрос. Мы можем только танку дать возможность, чтобы он нарез зачарил вместо... Я там немножко ошибался. Зен сказал, что на танка лучше срезом. Да. Потому что это 30 выносливости и 15 дефа почти. Как бы рез это тот же деф, только он скалируется чуть по-другому. Просто не нужно привыкать, типа, мы не какая-то гильдия хуй с горы там. Но все должны быть на одном уровне. Ты можешь давать там ДПС меньше на 200, на 300, но готов ты должен быть одинаков, как и все. Так ты иди зачарься, потом мы тебя суманем. Нет, я не могу. Понимаю. Что это? Где ты без? Толян, ну смотри. Можно посмотреть, кто это сделал? Толян, следи за своим бесом, пожалуйста. Возле себя можно его всегда? Там протопало ставил заявку в аренду, да? Ты видел, Эльдарчик? Не, еще не сходил. Я посмотрю ближе уже к концерту. Экскалибур опять вот круче. Чё? Кто там плечи хотел? Еще раз. Цилис. Это заклинание еще не готово. Не бейте, пожалуйста, мобов, я уведу их в конец самый, чтобы не заслакали. Ты пока их вел, еще одних спулил. Ой, блядь, ладно. Синдор, я это видел. Спасите. Это пипец. За что? Заберите мобов. Там сзади кто-то цепанул этот... утробу, блядь. Я думал, окош нажму, окош не нажался, блядь, ебаный Флойс, блядь. Ой, Ваня, что ты? Сендор, у тебя тоже что-то с дискордом. Можно риснуть, пожалуйста? Это перезайди. Раз, два, три. Такая же, по-моему. Это у всех он, типа, слышится? Нет, это у тебя. Так, у тебя вроде... Он нормально говорит все. А, только у меня? Понял, я тогда перезайду.
не спекаться? Да, да, да. ДК танчит. На пол только ДК дать. Мы не пройдем, у нас тут два сугроба стоят. В смысле, их уже спулили? Нет, то вот мобы стоят. Ну, пойдем вернемся. Мы суманем. А, давай суманем, да. Чума. Давай суманем, да. Справа. Слева. Тут пять человек нас. Суман, камни тык, справа. Тык. Сразу забирайте, кому надо. Тыкайте, тыкайте, сума. Зубр, ладыка, пришел, сума? Тогда без него тогда убьем эту босса. Чё это за хуйня пробежала, блядь? Вот это называется баг агро мобы. Ебануться, блядь. Он босса не спулил вообще. Слойс. Фласки перепейте, там фласки заканчиваются. Дайте каску попросту там. Дали? Нет. Каску попросту там дайте? Вот сейчас дали. СВРДД слева, милики справа. Погоди. На пол на зумру. Не утати лишний урон, пожалуйста. Двигайтесь чаще, что нам утати урон. Давайте. Давайте будем. Куе есть? Все вижу. Есть. Вышли. Мастера в налет нам. Уже. Я обосрался, смотри. Разбейте у ловушки, смотрите, как стоят. Ёбаный рот. Смотри, как красиво, блядь. Бля, у меня даже порча слетает, я не успеваю просто обдавить. Как его обычки убить, можно спросить? Стопать ДПС? Тупо, знаешь, типа вот то чувство, когда тут все зависит от того, есть у тебя крит или нет, а ты хостовый демон лог. Угу, есть такое. Все зависит от того, есть у тебя крит или нет. Понимаешь? Может ты фаер, есть у тебя крит или нет, так же самое. Ну да, да. Где-то здесь проскочило три файера. Пулять? Да, да. 17 тысячами. Го-го-го-го-го, давайте в темпе. Лут по пути. Можно на офспек нешер, да? Не могу написать. Без нет дали еще.
стопну, типа, лоб, конечно. И сколько у вас уже кусков, пишите? Будет. Да, не туда, не туда, мы на Фрея. Ну ладно, давай почистим, уж чё, уже побежал уже. Трайм хард мод. Всех пуля. Сначала Фрея убиваем и Мирон, потом так сюда. Там пацаны забирают. Ну, не экспер. Я не знаю, кстати, хэпалы ходят в Т8 вообще. Нет. Пропал ты... все, но сет. А ты сел? Там очень бредовый сет бонус. Ну я видел. А протопал? Все нон сет. Протопал два куска. Че, шея не нужна никому? Что там? Серьезно? Вы думаете, что с острова лучше? Я вам скажу, что нет. Это блять, вот с острова это самая обломная хуйня, которая может быть. Реально никто не лентанул? А это 39-я шея, вы чё? Ну там 239-я шея есть. С сокетом. Воин. Ты ж первый должен это, быть. Это, фары сожрать это должны просто. С меткостью еще. Она на самом деле, если посмотреть, она не очень, потому что силовая. Ну, там могильная больше даст за счет верстата. Даже я, если я пну на самом деле эту делаю что-нибудь другое гильдию. На фры. Надо качу не беру. Ну, ДК просто им нахуй не нужен этот РПБ, типа. Ну, да похуй на Фрея, на Фрея. Фростам не нужен нахуй РПБ сейчас. А нахуй РПБ, типа, ну сила дохуя, не? Ну да, я ж об этом. Это Фросту сейчас охуенно, потому что аналога нету силовой. Ну, типа, и когда начнется, там же они все равно РП будут собирать. Да, блядь, нет, СЛК минимум начнут собирать. Ой, тут, блядь, когда будет воля? Типа, там пацаны с текстуры бегут. Помогите. Потому что, типа, если ты не соберешь на Фроста именно кап РПБ 100%, то от него толку не будет. Я забыл, что там делали с этим цветочком? Я уже... Блядь! А! Цветы вопрос, атакуют. Вопрос. Зачем Локу дали разбойник, рыцарь, маг? Токен. Он респектница. Респектница. А, да. Мне респекаться в рогу? Да, респекаться. Окей. Я потом я отдам. Расы новые завезли. Мне класс. Респекаться. А почему у нас это, типа, залился мелкий трэш, а большой живой еще? Там сейчас откинется. Блядь, что с этим ултом происходит? Кому попало вообще кидается? А что это мастер-рут баганы? Надо идти, как трушные пацаны на группе. Яшер, я верну честно. Там владыка ужасов просил суммон, давайте суммонем. На группе заебись ходить. Я тыкну, скажу. Там вон сзади, я тыкните а. Просто. Эх, персональный бы сейчас лут. Как на офи? И не делить да. Ничего. Чтобы думать не надо. Да. Чтобы не было людей, которые, бля, зашел мне ему, а не мне. Угу. Яшер, суммоните, я верну чест. Или кому его отдать? Вот ты этот. Сам? Вот этот. Просто ты мне его отдал. Сам прибежит. Этого магу отдай, Кирю. Пошлите дальше. Я отдаю магу Кире, Няша? Да. Все, отлично. Большого сначала. Крикните его. Зумар, ты можешь грипать, пожалуйста, его в сторону? Подальше отведи. От мелких. Так. Они прибежали все. Дерево не спульте. Одну секунду, у Кира уже есть чест. 213. А чего вы спрессовали? Два токена. Кире дали токен чест. Второй чест отдали случайно варлок. Можете свести мобов? Не, начинают доты кидать по мелкому трэшу, и он бежит на них агрится. А этот мелкий трэш с хуёвым агро. Я его массом забираю, и его снимают. Им похуй на твою агро. Да.
Лестница. А если я их буду один бить, кроме РДД, они все все равно побегут? Они будут на тебе, но ты очень медленно будешь, ну, набирать агро. Трэш такой ебнутый. Они именно вот такие, типа, к магии света, типа, и все. Как я заметил. То есть если их не бить, например, дотами, да, то они не побегут, кроме меня? Нет. Да, можно фаер магии не кидайте, пожалуйста, на них свои. Так и не надо кидать, живая пока бомба... большой живой. Живая бомба не агрит их с самого начала. Живую бомбу настакивают они все равно. Ну, а взрываются они сразу, через какое-то время. Этому зумару отдай, ДК. Второй пальц. Мелкий вот слева, слева. Зумар, оттягивай большого моба, пожалуйста. Бейте, знаю, на чего большого. Да, дайте потом... ходж, дайте просто. Смотри, опять настакали они живой. Ну, я вижу две живых бомбы. На каждом мобе. Ну, подбегу, короче. Таких магов называют твари. Да. Осуждаю сразу. Четыре осуждения. За столик к магам, пожалуйста. Говорю, как игрок на магии одобряю. Они все твари. Да. Прожимай метаморфозу. С костром и поехали. Да я просто жать две кнопочки и радоваться. Ага. Жертвенный костер с семя порчи, ван лав. Не, я тебе про ротацию мага сейчас. А, это да. У файера 3-4 кнопки. Богато хилас. Не видел там никогда 4. Ну там телепорт Даларан поставить после пула. Еще есть. Ну да, да. Спекнешь с хила остальных. Не, ну конечно, когда там есть во что по мультидоты, то да, там есть 4 кнопочки. Жаль, тут тенвиз не работает как надо. Фича. Пацаны, череп поставил для вас. Ходж по нему дайте. Ходж этот стамп паладиновский, если что. Ты что, ББКшник дохуй? Вот смотри, ты кинул череп, сейчас вот этот череп вот, летел бы вот банч. Смотри, ни одного фаера не было, идеальная агро держу. Все равно сорвали. Этот же так... трэш, кстати, можно не пулить вроде бы. Он же на босса не приходит. Пуляется. Приходит. Все бегут на босса сразу. Нет, вот этот пак забаган, он не приходит. Этот не идет. Этот тестили уже 300 раз. Это какой это? Именно? Вот эти два моба? Нет, вот, это вот эти маленькие мобы, которые вы сейчас били. Они не, ну но вот этих двух мобов надо. Нет, ну тут фиолет падает нормально. Да какая разница? Ну, типа, залить одну пачку, и вдруг что-то упадет. Да, это ж выгоднее. Те самые просто... рейды за боешками или что? Тут петы ебанутые, они могут просто побежать на этот пак и спулить. Да. Вот это да. Это я люблю. Они тут рандомно бегают нахуй, на всякие деревья. Завливали. Эти, которые стоят по краям. Заваливали 5 секунд, чё вы? А кто у нас на этом, на боссе, кто на трэше у вас постоянно? Я просто не знаю. На боссе? Логично же. Не, я не знаю. ДК на боссе? Не, ну типа ДК очень сложно тут на трэше быть, особенно мелко. А рыбу стал? Понятное дело, что надо быть. Вообще, если бы у нас был хан, то тут соло танка надо. Можно ДК будет не только на боссе, а то он сейчас прямо помет, как в тот раз. Что ты в соло не можешь? Нет, там ДК помогал немножко, чуть-чуть подогрел.